Осудите сначала себя самого. Научитесь искусству такому. А уж после судите врага своего и соседа по шару земному. Научитесь сначала себе самому не прощать ни единой промашки. А уж после кричите врагу своему, что он враг и грехи его тяжки. Не в другом, а в себе побеждайте врага. А когда преуспеете в этом, не придется уж больше валять дурака. Вот и станете вы человеком.